Всем привет! В этом видео вы увидите подборку из 10 интересных и полезных гаджетов с AliExpress, которые помогут вам расслабиться и сосредоточиться. Все ссылки вы найдете в описании под видео. И помните про конкурс, условия которого вы узнаете, посмотрев этот ролик до конца. Приятного просмотра! И первым средством для расслабления будет спиннер. Маленький гаджет представляет собой плоскую конструкцию с отверстиями для пальцев. Состоит из трех частей. Самого корпуса на подшипнике, специальной заглушки и внешних подшипников. Конструкция такова, что вокруг центра спиннера вращаются все остальные его части. Причем вращение от одного лишь толчка не останавливается довольно долго, и в этом его прелесть. Гаджет очень удобно носить с собой и крутить абсолютно в любой обстановке. Цена 100 рублей. Куб антистресс. Это небольшой кубик, на разных сторонах которого расположены фальшивый переключатель, такой же, как на геймпадах, небольшая выемка, колесики, как на кодовых замках, и небольшой круг. Его можно крутить в разные стороны. Куб пригодится везде. В офисе поможет сосредоточиться. На уроке, при повторении уроков. В университете, на скучных лекциях. Дома, пока сидишь, смотришь сериал. И в пробке, просто необходим. Ребенок с удовольствием изучает стороны и в то же время работает мелкая моторика. Возьмите кубик с собой, а привычка все сделает за вас. Вы точно найдете свою любимую сторону куба. Также будет прикольным подарком. Цена 100 рублей. А вот такая ручка, помимо своего основного назначения, отлично успокоит ваши нервы, да и просто позабавит. Она идеально подойдет для людей, которые любят играть со своими ручками и тем, что попадает под руки. Корпус из титана и детали не получится случайно поломать или разгрызть. Полностью все детали ручки можно крутить, гнуть и изгибать. При ее создании были учтены пожелания и привычки множества нервных людей со всего мира. Также не обошли вниманием интересы других людей. Ручка щелкает беззвучно и не раздражает окружающих. Цена 250 рублей. Современная креативная подушка Strauss. С такой подушкой на голову для сна вы сможете вздремнуть в любых условиях и в любой ситуации. В зале ожидания, в метро, в самолете, в общественном транспорте, на работе и где угодно. Благодаря придуманному силуэту, эта подушка комфортно располагается на голове. При этом рот и нос спящего остаются свободными. В конструкции предусмотрено также специальное отверстие для рук, благодаря которому вы сможете не только согреть руки, но и удобно расположить их под головой, позволяя получать максимальное расслабление во время сна. Цена 600 рублей. Крутая игрушка Jammer. Эта незамысловатая игрушка поможет вам отвлечься от любых проблем и расслабиться, если вы испытываете стресс. Внешне она напоминает маленький деревянный бочонок, у которого сверху и снизу имеются липкие основания, покрытые защитной пленкой. Для того, чтобы начать играть, нужно просто отклеить пленку от липких поверхностей, поставить гаджет на одной из них и толкнуть в сторону. Игрушка может переворачиваться бесконечное количество раз. Приобрести ее можно всего за 200 рублей. Этим мини-квадрокоптером вы сможете развлечься как и сами, так и с детьми и друзьями, на работе, в поездке или дома. Отвлеклись на работе на 5 минут, полетали. Ждете автобус на остановке, запустили квадрокоптер. Девушка опаздывает в кино, можно полетать прямо в фойе кинотеатра. Удобное управление и хорошая маневренность позволяет легко освоить полеты как в пределах дома, так и на открытом пространстве. А малые габариты квадрокоптера и его легкий вес и мощная защита пропеллеров позволяют безопасно летать даже в людных местах. Идеально подойдет как для новичков, так и для опытных пилотов. Цена 850 рублей. Также неплохо снимает нервное напряжение яйцо антистресс. С ним вы можете делать все, что угодно, но желток никогда не выпадет. Даже можете залупить его об стену или буцать ногами. Такому яйцу ничего не будет, а вот стресс снимет отлично. Ну а для не особо стрессоустойчивых есть такое же яйцо, только с двумя желтками. Стоит такое прикольное яйцо всего 100 рублей. Вы любите лопать пузырчатую пленку? Ну, наверное, это все любят делать. Почему этот процесс так успокаивает, неизвестно. Но то, что пузырчатая пленка лучше антистресс, это доказанный факт. Кроме развлечения и позитивных эмоций, многие находят в этом эмоциональную разрядку. А в самый нужный момент пленки не оказываются под рукой. Да и не будешь таскать с собой везде моток пузырчатой пленки. Но теперь у вас есть возможность всегда и везде, где захочется, полопать заветную пленку, купив такой брелок.
Он сделан в виде кусочка воздушной пузырчатой пленки, есть целых 8 пузырьков, и их можно лопать сколько угодно. А еще есть даже чехлы для айфонов с такими же пузырьками. Приобрести такой брелок можно за 350 рублей. Для тех, кто любит что-то пожмякать, сделана вот такая вещица. Расслабляет нереально. Такой мячик станет надежным помощником в решении стрессовых ситуаций. Для этого достаточно всего несколько раз сжать его, и вы почувствуете, что все неприятности улетучиваются сами по себе. В момент сжимания мячика его оболочка просвечивается, показывая содержимое аксессуара, который своим необычным видом помогает снизить эмоциональное напряжение и улучшить настроение. Если антистрессовый мячик использовать ежедневно, то вы будете постепенно избавляться от негатива, не накапливая его, что позволяет избежать возникновения различных психических и неврологических заболеваний. Приобрести мячик можно чуть меньше, чем за 100 рублей. Прикольная рожица Каомару. Она представляет из себя мягкий шар с набором различных выражений лица, который помогает снять напряжение и поднять настроение. А если вы сильно раздражены на кого-то, то можно и побить рожицу, она все стерпит. Сделана игрушка из состава полиуретановых смол, благодаря чему вы можете их сжимать, кидать, растягивать, и спустя секунды она снова вернется в первоначальный вид. Удивительная и приятная на ощупь. Снимет вам напряжение как дома на столе, так и на работе, учебе. Ее можно легко мыть под водой с мылом или шампунем, и она снова станет чистым и приятным на ощупь. Подарок для любого праздника, для любого ранга. Эти забавные рожицы никого не оставят равнодушными. Цена 250 рублей. А вот и конкурс. Приз 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, как вы расслабляетесь после рабочего дня. Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока!